Нашли сбитую собаку на дороге, собака в стрессе, себя смотреть не дает, предварительно сломана лапа. Сейчас повезем в клинику. Смотрите, снимки мы все сделали. Вот, снимки сейчас вам в хорошем качестве сразу перешлют. Все целое, таз у него целый, лапы целые. Вот, он не наступал, даже тут до последнего он не вставал. Сейчас он немного успокоился и встал до этого, хотя он прям реально полз, как будто либо он был в таком шоке, вот, и сильный был удар, он просто от боли не хотел вставать, потому что сильно ушиб. Но переломов, слава богу, у него там никаких нету. Мы его даже сейчас с трудом подняли, вот, только после того, как я его на руках подержала в полуподвешенном состоянии, мы спокойно могли, ну, он спокойно прошелся после этого. Видимо, так сильно сыграл шок и в целом его состояние, потому что удар-то был сильный, легкие, голова, все нормально, вот, ЧМТ нет. Скорее всего, шоковое состояние, потому что машина, которая его сбила, разлетелся бампер. Пошел, пошел, все. Ну, мой сладкий. А, юница. А, юница. Хороший пес. Скажи, да. Увидите с меня как-то.